Курьезный случай произошел в ирландском городке Дрохеда, где злоумышленник попытался разбить кирпичом окно припаркованного возле бара автомобиля. Однако тот, срикошетив от стекла, угодил в голову автовору, отчего мужчина на некоторое время потерял сознание, а в итоге угодил в руки полиции. А у нас свои горе-умельцы в объектив рубрики «Автомат» вновь попали парковки. В зеленой зоне на бульваре Непокоренных с таким автолюбителем здесь не бывать. Переулок Пожарный, выезд на улицу Первомайскую, парковка в непосредственной близости у пешеходного перехода. Улица Симонова, БМВ припаркован на пешеходной дорожке. Пушкина 24, парковка на тротуаре. Улица Белыницкого, Бирюли, на зеленой зоне припаркован Вольво. Проспект Шмидта 3, машина стоит на тротуаре, мешая проходу пешеходов. А это не парковка, просто девушка забыла поставить машину на ручник, вот и скатилась та на проезжую часть. Бобруйск, улица Интернациональная, парковки, видимо, мало, нужно влезть на тротуар, а люди должны обходить. Бобруйск, улица Советская, напротив дома быта, Audi перегородил проход к тротуару. Город Горки, улица Советская, стоянка на зебре. Могилев, перекресток Островского, бульвар Непокоренных. Водитель микроавтобуса Volkswagen, видимо, не дотерпел, поехал на красный сигнал светофора. Главная дорога не всегда дает преимущество, так думает водитель этого джипа, проезжая перекресток первым. На улице Весна и в Могилеве появилось Казимировское море. Но, как говорится, готовься, а не летом. Нашим коммунальникам в помощь необычная технология по быстрой уборке снега. Грузовой снегоуборочный автомобиль с колесным прицепом может чистить одновременно несколько полос. Набирая скорость, прицеп при помощи управляемых электроникой актуаторов разворачивается поперек дороги и едет боком, словно в заносе. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес — рубрика автомат@tut.by.